Здравствуйте! В этом видео я расскажу о том, как делала подвески мухоморы из картона. Их можно использовать в качестве домашнего декора, а также в виде елочных игрушек. Сначала нарисовала шаблоны и вырезала их по контуру. Ссылку на шаблоны вы найдете в описании к этому ролику. Взяла переплетный картон толщиной 1,5 мм и обвела. Потом вырезала. Таких деталей сделала две. Затем от шаблона отрезала ножку и пластинки. И вырезала две такие детали. Края обработала пилочкой для ногтей. Убрала все погрешности, потому что края этих деталей окажутся внутри изделия, и доступ к ним после склеивания будет закрыт. Затем от шаблона отрезала юбочку. И вырезала две детали, края которых скруглила с лицевой стороны. Приступила к сборке. Сначала склеила при помощи ПВА две крупные детали, а затем с каждой стороны приклеила по одной средней и маленькой. Для второго грибочка я вырезала 4 такие детали. Порядок склеивания следующий. Для третьего всего 6 деталей, вот в таком порядке. А у четвертого все аналогично первому. Просушила грибочки под прессом и при помощи маленького сверла сделала отверстие для подвеса. Сам подвес сделала из тонкой проволоки, скрутив ее вдвое. Клеила на ПВА. Простым карандашом наметила пластинки и выделила их при помощи ниток кирис. Из тонкого картона вырезала пятнышки произвольной формы и приклеила. Излишки нитей срезала. Вот такие грибочки у меня получились. Приступила к окрашиванию. Первоначально покрыла мухоморы акриловой краской теплого серого цвета, который замешала из черной, белой и желтой краски. Затем нанесла красный цвет при помощи губки. На губку надавливала не слишком сильно, чтобы не закрасить шляпку целиком. Также губкой покрыла всю белую часть грибочков. Добавила немного белого цвета и на шляпку. Местами прошлась золотой краской, предварительно убрав излишки с кисти. Добавила в первоначальный серый цвет немного белого и оттенила им торцы ножки и нарисовала юбочку. Вот такие грибочки у меня получились. Желаю вам творческих успехов, до новых встреч!